Так застрелите нас у всех. Та ну да. А вертольоти, оце вчора тільки... Та самоліт, як летів, ну як і за стовбур зачепився. Як і за стовбур. Вечером, смотрю, сел кофе пить. Смотрю, десь риве, думаю, господи. На жінку кажу, давай, кажу, хочу в погріб ховатися, чи куди. Він, як і за стовбур, взяти, прямо по двох риве, погнав туди. Що ви літаєте? Ну, літайте, що, висоти мало. Ні, це нічим страшають, не страшають. Так бомбили вже, чи що. Вот мы вам построим дом, поселок, вон там, на тому, на лугу. А сколько что той поселок, пришел какой-то Тарута и сказал, это все чепуха, туда газ проведем, воду. А сколько что квартира будет стоить, если ты мне, мы вам дачный построим, двухэтажник, а платить у меня за что я буду платить? Да свою пенсию заплатит его, да? Ага. Ну зачем такие, ты человек такой, вроде с Донецка, какая-то должность, ну ты же человек, вроде же соображаешь, не дятел какой-то. Ты такие речи толкаешь. Да вам вообще вот тут за то, что тут сделали, так все долги должны поступить. Ну вот, вот, дивись, надо шифер ложить, дивись. Уголь стоит, он, шифер снесли. Кому мешал? Ахнули, ну что, дивись. Ни забора, ничего. Ахнули, кто, дивись, сколько ахнули. Теперь тут надо две или три шифера не надо. Надо купить. Вы же нахера вы туда стреляли, что там? Там двери, зашли по двери, глянули, нет там партизан или кого там. Зачем мы стреляли? Он садил в ворота, в гараж, снесли ворота. Столб был деревянный, гахнул, он столб лежал. Сбили столб прямо на гараж, упал, теперь ни ворота не открываются. Так это они что, зачистку делали, или что тут? Да черти, что они делали. Я пришел, столб лежит на гараже. Вон, бачи гараж, теперь надо разбирать гараж, рихтовать гараж. И никому никто не нужен. Никто, никому мы не нужны. Нахера вы стреляли? Взяли вікна, посадили все оце вікна. Все простріляли вікна. Кого ви шукали, все було відкрито. Зайди ж, глянь. Погріб, он, два дні лампу паяну, еле відрихтував. Ну там же він відкритий. Заглянули б, нема ж нікого. Ні, треба всадити, розбити і все. І откуда в їх ті пулемети, патрони, ніхто не жалів нічого. Ну відкрили, погріб вже відкритий був. Заглянули, нема ж нікого, ні партизан, ні сепаристів, нікого. Ні, посадили, розбили все, розчистили. Шифонер, потолок розбили. Ну зачем вы это сделали? Пидорасы. Да, ну ладно. И никто не добьется, поехал. Никто разговаривать не хочет. Ни в горе с полкова, ни в горе. Побыли, теперь никто никому не нужен. Никому. Никто не знает, кто приказ отдавал. Что? Шифер не знает. Да знаю все. Ну уже шифером накрытый, шифером был. Вон шифер. Теперь старые куски поставили, как бы собака не бегала. Ну что это за нация такая? А тепер все купили, покрили, тоже все покрили, 8 тисяч, пожалуйста, балку поставили, отбили балку, там кроку, все зробили, 8 тисяч. Я що, син мільйонера, що буду? І нікому поїхали, говорили, з полком не сказали, ні. От, я дітей війни 300 гривень, от 300 гривень, а тепер за світ, каже, 7 тисяч за світ. Я говорю, там ми ж 2 місяці вдома не були, який же світ? Ми не знаємо, 7 тисяч на то. Ну що це за власть така? Мы же говорим, ну счетчик же стоит, счетчик уключенный. Мы же дома не жили почти два месяца. Да, ну, да. За что платить? Сравнять за тот месяц по квитанции данные счетчика. Ну счетчик, я говорю, придите, счетчик ли он. Да, счетчик же стоит, уключенный же был. Никто же, скажу, не то. Никто не был. И значит, по счетчику уже поехала женка за счетчик. Нет, вы должны 7 тысяч, ну, я дети войны 300 гривен минус. Откуда вы берете 7 тысяч? И никому ничего не докажешь. Я буду 7 тысяч, я получаю 100 тысяч, и мне 7 тысяч не жалко. Где я их возьму, эти 7 тысяч? Ну вот принесут пенсию, вот надо покрыть, а заражу надо швозь, разбито все, разбито все. Туалет взяли, туалет, теперь извиняюсь, туалет негде сходить. Туалет взяли, разбили туалет, идиоты. Мешал, как все же, лепцы с чего шелупили, ж видно, шелупили. Все сдвинулось. И вот это угол тоже, да? Та и угол, там из угла, там с той стороны. Розбите теж. Що куди не лупили? Ідіоти. От матері весь і привезти сюди, щоб вони подивились матері їхні. А вони ось кожне утро, сьогодні два бронетранспортера, флаг, поїхали туди. Завоювателі, як їх назвати? Та вони скоро матері будуть їхати шукати їх, та, де вони лежать. Та хто ну, слабо там, той харківський, що там веде партизанську ту бойду, вчора сказав, я то, другого назначили. А там. А Донецкие бросили все это дело, потому что. Вот лозовой, это да.
партизани накрили вчора град, отжали. Їх усе треба в Київ поїхати і грати. Ото Юлю, підарешка, підараску эту. До Києва Порошенко. Далеко, звісно. Далековато. Щоб вони почувствовали, що кину туди бомбу у Київське море, щоб ото все гамно у Київ бігло, метро та в Київ. Щоб вони почувствовали, що таке. А що вони, сидять? Так, поки на своїй шкурі не почувствують, ніхто ніякого сострадання не буде. Так як ну, побили, так ви ж дайте гроші, ви ж, ну, що, цим, покрили це пленкою. А що пленка? Пленка порвалася, вон стоїть пленка, тепер треба шифер же. Поїхали, хоча б, поїхали, льготний шифер, хоча б, дали шифер покрити. Ні, покупайтесь, вже покрою сам, вон. Криша вся вклює. Вон пленка, а кушав, шифер, а что? На хату купили, теперь надо тянуться сюда купить. А если гахнуть еще раз, туда я повесить, потому что я ж уже больше шифер не куплю. Я ж на пенсии. А він сходить там это самое. Це вони з Лиманського, наверное, стріляли, да? Та вон за моста стріляли. Вони за моста, потім вони вон, на виноградниках, да? На виноградниках, з виноградника стріляли. Вони за психбольницю виноградники там стали, сюди садили, що є смочок. Це щось ось здесь, перша посада, ось, як у Вітилі, тут приїхали, бабі Таї, як у Вітилі, там, перша одразу, і цей дом сложився одразу. Вона на горі живуть усі. Колодязь розбили, кому той колодязь, все. Те ж вже покрили хату, а це ж одразу ж. А там живе жінка і брат. Вона там, я не знаю, отримала скільки, наверное, мінімалку. Розсадили, розбили, все. Справилися. От безтолково на це. Господи, то б'ють нас, хоч би всіх вибили. Щоб ми не мусили. Да, наверное, так воно і буде точно. Ну ладно, давайте, удачи вам. Спасибо. Ви сказали, стало легче. І грижа перестала болеть. Да. Тут грижа схватилася. Звісно, треба виболотуватися, тому що... Та нікому не нужно абсолютно. Держать, да, воно. Та нікому абсолютно не нужно, абсолютно. Да. Ну хорошо, всього доброго вам. Здоров'я. Давайте вам, ребята. Спасибо.